Международный фестиваль айкидо в Новосибирске собрал больше 100 участников из 17 городов и 5 стран зарубежья. Все они собрались на мастер-класс обладателя 8-го дана Цурудзо Миямото. Он изучает айкидо почти 50 лет, преподает его по всему миру, но, уверяет, сибирский мегаполис для него имеет особое значение. Прежде всего в городе ощущается сила. Она ощущается во всем, и в жителях города, и, разумеется, в самих зданиях города, в реке, которая здесь протекает. Даже если вы идете по городу и заходите в такие места, как, например, рестораны, та энергия, которая в городе есть, она очевидна. Айкидо – необычное боевое искусство. В нем нет соревнований. Это путь гармонии силы и духа. Главный принцип айкидо – направить энергию противника против него самого и закончить прием болевым захватом или броском. В течение 3 дней любители восточных единоборств перенимали опыт японского мастера. Фестиваль завершился праздничной церемонией.